Так, ребят, солнечный день, и мы делаем обзор на район Текстильщики. Я сейчас нахожусь на улице, которая называется Первый Саратовский проезд. Тут есть Первый Саратовский проезд, есть Второй Саратовский проезд. Видимо, многие выходцы из Саратова сюда приезжали. Так, а вот, значит, и указатель, что до метро Текстильщики 11-я ветка. А, да. 11-я ветка, это БКЛ, идти 10 минут. Так, здесь посреди вот этой вот хрущевской застройки высится вот такое вот здание кирпичное. Ну, судя по всему, начало 80-х годов. И это общежитие Высшей школы экономики. Я не знал, что на Текстильщиках есть общежитие Высшей школы экономики. Вот, оказывается, есть. Ну, кстати. Еще одно замечание такое. Народ здесь не сильно дружелюбный, как я уже заметил. И какой-то такой более маргинальный. Не знаю, может, я привык к своему Тушино. Ну вот типичная застройка тоже Москвы, башня. Проект 11-18, по-моему. Вот такие вот башенки. Ими застроены почти все районы Москвы. То точечно, то целыми кварталами. Ну это как бы один из таких самых массовых проектов. Значит, получается, восток. Хорошо, мне тогда ничего не слышно. Ну да. Кстати, вам мне не нравится теперь. Я такой, ну хорошо, ничего не поделать. Я много вариантов, правильно? А новый какой вариант? Добавка все не то, да. Вот, ребят, строят новый квартал около метро Тушинская, MR Citizen. И от вот этой вот части Тушинского марш-завода скоро ничего не будет. Даже вот видно, что пути, они уже поросли травой, и уже никакие здесь вагоны не ездят. Хотя еще 3 года назад здесь ездили железнодорожные составы грузовые. Вот туда. Вот так вот меняется Москва. Все это уходит в прошлое, старая советская промзона, и уступает место настоящему. Вот таким вот красивым домам, за которые, скорее всего, когда их построят, ну какой-то будет год, может 2027,
или даже позже. Будем голосовать на сайте «Активный гражданин» как лучший реализованный проект в области жилищного строительства. Ребят, на всей Смоленской набережной вот этот дом один из самых выдающихся. И несмотря на то, что он находится прямо рядом с Филевской линией метро, и из окна поездов, они прям смотрят в окна этого дома, но это только один торец дома. Несмотря на это, в этом доме, ну, потрясающая атмосфера вокруг, рядом, вот. И в этом доме жили очень многие выдающиеся люди. Военные, генералы, маршалы, авиация, народные артисты СССР. О чем свидетельствуют многочисленные мемориальные доски. Ну, конечно, страна меняется, и уже вот этот сталинский дом стоит здесь, на Смоленской набережной, не в одиночку. Рядом появились вот такие вот современные здания. Ну, в принципе, тоже неплохо. И здесь вот так вот вписался памятник Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону. Овсянка, сэр, вот в таком вот киношном образе. Ну, а Холмс, так это вообще с такой-то своей трубкой в таком пальто. Интересно, почему они именно тут стоят? Может быть, где-то рядом или в этом доме жил режиссер этого фильма? Или, ну, сомневаюсь, что Артур Конан Дойл здесь бывал. Но в целом, наверное, какая-то связь имеется. Так, настало время переходить на другую сторону Смоленской набережной, поближе к Москва-реке, для того, чтобы увидеть красивые виды на правительство Российской Федерации, здание Белого дома, ансамбль гостиницы «Украина» и набережную трассы Шевченко с противоположной стороны.
Ребята, ловим в Москве, в столице сегодня последние лучи солнца этого июльского дня, 25 июля. У нас еще впереди в запасе целый август и даже сентябрь. Но в целом чувствуется, что лето как-то пролетает, как песок сквозь пальцы. Поэтому дышим этим июльским воздухом, наслаждаемся каждым мгновением этих вечеров, этой красоты. Прошел теплоход Чижик-2. Чижик-2 интересное название, но довольно-таки крупный. Не то, что вот эти маленькие катера, как сейчас проплыл Лаванда. А здесь такое правительство Российской Федерации. Какое-то оно неуютное, что ли. Окна все. Свет в окнах везде потушен. Главный вход закрыт на замки. Парадный вход. Как-то грустненько. Так, ребят, решил пойти через Большой Москворецкий мост от Третьяковки инженерного корпуса до метро Китай-город. И не зря, потому что здесь, смотрите, целый вообще ковер из фиалок, тут разных цветов, вообще сделано очень круто, очень красиво. И, блин, это реально
Ребята, это реально живые цветы, они даже пахнут. Слушайте, ну их здесь нереально много. Вот смотрите. И я уже вот сколько иду по этому большому Москворецкому мосту, а эти фиалки, они все не заканчиваются. И они разных цветов. Вот смотрите тут. Вот такие вот какие-то полосатые. Фиолетовые, бежевые, темно-синие, красные, бордовые тоже в крапинку. Ну, кто знатоки, разбираются, я нет, желтый, красный, всякий-всякий, кто-то уже завял. И это ведь все дело надо поливать, это мало высадить вот в этих горшках. Да, кстати, каждый цветок в горшке. Вот, ну это замечательно, это здорово, блин, это нереально круто. И это можно увидеть только сейчас, вот этим летом, потому что потом этого не будет. И тут же рядом красивый отель Балчук-Кемпинский. Фишемебельная гостиница. Это один из первых проектов создания люксового отеля в Москве в начале 90-х годов Юрия Лужкова. И ее тогда рекламировали на страницах глянцевых журналов. Здесь очень дорого стоили номера. Вот. Ну а сегодня отель Балчук-Кемпинский до сих пор работает, и многие здесь останавливаются. Стоит, конечно, недешево, но ну, это реально, наверное, круто. Вот. Москва-река. И здесь, на вот этом вот балкончике, тоже вот эти красивые фиалки. Красота. Ребятки, в этом году удивительно теплый сентябрь, на редкость. Сейчас уже сегодня какое? 13 сентября, то есть уже половина месяца первого осеннего прошло. А такое ощущение, как будто лето, тем более плюс 29 градусов держится температура. Но я считаю, это классно, друзья. Это классно, что у нас такой сентябрь. Даже уже появилась желтая листва, а ведь все равно тепло. Люблю, ребят, этот район Москвы, Садово-Кудринская. Вот, кстати, сталинский дом. Здесь жил сам Руднев. Это архитектор известный Лев Руднев.
Вот такой вот сталинский ампир. Этот дом построен в 1947 году, о чем свидетельствует вот такой вот вензель, лепнина с надписью 1947 и с серпом и молотом, а сверху звездой. Ну, геральдически это соответствует гербу Советского Союза, но им не является. Вообще куча всяких интересных здесь домов. В Москве отгремел фестиваль «Москва-2030», и мы его прям на всю катушку ощутили. Поэтому сейчас радуемся уже постфестивальным синдромам и всем, что нам интересного сейчас дает этой осенью столица. Итак, ребят, эту осень мы начинаем с нового имиджа, и вот так я сегодня подстригся здесь, в планете красоты. Ах, яркое солнце, сентябрьское. Вот, всем хорошего настроения и всем хорошего имиджа. Смотрите-ка, я хочу заснять. Потолок такой красивый. Ой, смотри, там вон быки. Но они у них везде быки. Да. О, тоже бык еще один. Ну, долго, да, мы будем тут ждать? Ну-ка, еще раз тронь. А, классно. Давай прогуляемся. Я не люблю очередь. Я тоже. Я не люблю очередь. Вот, смотри, Чикаго. Я не люблю очередь. Да, я к тебе присоединяюсь. Потому что я тоже не люблю очереди. Разве, поэтому... разве я похожа на человека из толпы? Абсолютно нет. И поэтому мы едем в другой забык, да, который находится на Новинском бульваре около станции метро Краснопресненская. Exactly, Фач. Да, такая у нас красивая Москва. И красивая Клавдия с новой прической. Здорово. И ножки у нее красивые. Супер. Ребят, представляете, сегодня уже 15 сентября. 15. Уже середина сентября, у нас все лето. Покажи солнце. Вот оно, какое яркое солнце в центре Москвы. Вообще, я такой погоды давно уже не видела. Рекорд, побит это... рекорд температурный. Это просто, как сказать, уникальная погода. Уникальная, это благодать. Летняя, осенняя, уникальная погода. Нам лето было мало. В нашем регионе. Да, и мы продолжаем. Мы это продолжаем. Лето. Ура! Точно, это к ним. Вы же посмотрите. Сейчас его заберу. Ну мы не будем это смотреть, пошли. Нам сюда. Искусственные нет, должны быть настоящие. Да. Ну вот тебе раз. Сейчас в Коломне хорошая погода, и здесь тоже хорошо. Угу. Красиво. Саш, так что если будем одни, значит, мы персонально для нас пить. Ну классно, да. Пройдем, пошли.
Ой, а давай через вот этот сад. Ну ладно, пошли. Здорово. Нет, не надо меня поливать. Вот такая вот летняя Москва. А ты на себя полила чуть-чуть, да? Ну грязная же вода-то. Ой, тихо. Видишь, замочкаешь. Все. Здорово. На будущий поход ваш. Класс. Вот это тачки. Хочу себе синий Ламборгини. Новый синий гений ожидает в магазине. Вот такая вот, ребят, летняя осенняя Москва, очень красивая, и на небе ни одной тучки. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтоб оно за мной мчалось, за мною вслед. Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым, чтобы худеньким и толстым дарили свет лето. Ах, лето, лето красное, звонче пой. Лето, ах, лето, лето звездное, будь со мной. Ла-ла-ра-ла, ла-ла-ра-ла-ра-ла-ра-ла-ра-ла-ра-ла. Вся земля теплом согрета. Народный человек. Ходили, высказывали претензии, то, что там долго еще немножко. Итак, ребят, мы оказались на Новинском бульваре в нашем ресторане The Bit. Вот уже мы видим очередь, но у нас есть бронь на 4 часа. И надеюсь, это сейчас... хорошая новость. Очень хорошая, это я постарался. Пока. Пока Клаве красили волосы. Ну все, идем. Выбираем, смотрим меню за бык. Сложный выбор у нас. А тут быки. Нам надо сделать сложный выбор. Там бар. Я хочу что-нибудь побольше по граммам. Премиальная говядина нынче. Я смотрю. Я возьму там говядные щечки и там я. Вот. Клава, будет щечки. Да. И ты сказал, что когда у нас пицца будет, ты попью, да? Будет пицца Цезарь. А я возьму салат Цезарь с креветками. Вот, пришли. Ой, еще пришли, да. И стейк. Ну, вообще классно. Блин, хорошо, что мы первые пришли. В уголок, чтобы никто не уволок. Сейчас подойду на пару. Ага. А потом в туалет пойдем. Ну, поделись, там вещи стоят. Хочешь ты первый иди, когда я подавала? А, давай. Ой. Мы решили
провести конкурс птенцов «Открой рот». Что такое строчителла? Это... Кстати, а ты говоришь, вес большой, да, у пасты? Да. Вот 400 грамм, кстати. Но если сложить вот стейк травяной, 250 плюс 270, это будет уже больше 500 грамм. Причем отборного мяса. Ну, если это правда. Ну, он будет сытный. И большой, да? Ну, хорошо. Нормальный, да, Я, кстати, не видел, что там. Видео? Да, что там заснялось у нас. Подожди, это разойдет. Тебя не видно. Ну, давай. Долгожданный поход. Да, за долгожданный поход, встречу и чтобы все мечты сбылись. Так, три. Ура! Забыть. Ой, какой вкусный, как класс. Слушай, а если пошел в туалет, посмотрел в зеркало, мне что-то уже не очень нравится. Правда, мне показалось, что сильно коротко, надо было чуть побольше волос оставить. Просто... Я слышу, нам прям будет волосы, это просто поцеловать. Ты свидетель моих слов. Ну ладно, тогда будем надеяться, что... Я хотела пару слов сказать, чтобы было арестно, да? Что мне от подожди, давай. Че-че? Когда у тебя болит голова, когда у тебя не болит голова. Ну и ты видишь вообще, что с твоим организмом происходит. Поскольку он там есть... Клава фотографирует американский флаг. Здание прикольное. Жалко, что миссия закрылась. Ребят, сегодня великолепный вечер, хорошее завершение дня. Мы сделали много полезных дел. Подстриглись, сходили в ресторан «The Bug». И сейчас будем гулять по великолепному новому Арбату. А вот и Клавдия фотографирует закат. Красиво, да? Красиво. Вообще класс. Прям как в 60-е. Обалденно. Сказка братьев Гримм. Сказка лучше. Да невдомёк. Русалка на ветвях висит. А вот три в чешуе, как жар горя, царицы три богатыря.
Итак, ребят, на Смоленской набережной ловим вечерний вайб от прекрасной Москвы. Пароходы, говорящий мост, Филевской линии метро, здание гостиницы «Украина». Вот она, вечерняя Москва. Ребят, продолжаем летние месяцы. И вот такой вот уютной, теплой погоды, 25 градусов, нас радует в этом году сентябрь. Вот такая вот листва. Уже много желтых листьев на земле. Трава стала сухой, а солнце все равно припекает и радует нас. Спасибо природе. Ага, правда. А на самом деле понедельник. О, а это кто такой? Ага. Но с тобой не вместе. Будем мы завтра и сейчас. Седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, и все мои тайны. Мои тайны. Но даже и ты помочь не можешь, и темнота моя. Ни одному совсем, совсем ничему. Ох, ну как поет, всю душу вынимает. Тяжело. Это легко воспринимать. Вот так, наверное. А, вот так, наверное, я скажу. Тяжело. Наоборот, наверное. Точно, точно. Вообще красота. Песня плывет, сердце поет. Эти слова о тебе, Москва. Та-та-та-там-та-та-та-там-та-та-та-там. Ты никогда не бывал. Не рыбачил на заре. Или что-то? Не бродил что-то, а широкие. Это группа «Браво» поет? Да, подожди, сейчас. Да, но это «Браво».
подожди, они муслимы гамая. А, ну может быть он в оригинале. Все, о, кораблик идет красиво, сейчас его еще заснимем. Ты его сфотографировала? Ну, здесь, здесь. И без экипажа. Да нет, может с экипажем, но без экипажа. Корабль-призрак. На теплоходе музыка играет, а я одна стою. Он встал, что ли? Ну да, похоже на то. То ли он пропускает? Пропускает, таким, видимо, да, чтобы туда сейчас уйти. Да, вот все, он право руля принял. Принял на грудь право руля. Нет, там есть какие-то пассажиры. Ну, он еще бывает. А, адмирал, щучка. Вот маленький. Щучка? У него нос такой красивый, мне нравится вот этот вот прям. Такой аэродинамический. Нет, там кто-то чуть-чуть есть, кстати. Ага, какая-то жизнь теплится. Ну, как красиво, Клавик, вообще. По-моему, его просто кто-то арендовал. Да, себе. Видимо, да, для частной вечеринки. Там даже ему шампанское Ой, разносят. Вечеринка. В пледах греются. Да, это какая-то частная. Вот так вот мы полюбовались на теплоход «Барс» и многие другие корабли в акватории Москвы-реки. А сейчас мы продолжим нашу прогулку для того, чтобы увидеть еще много интересных мест Москвы и показать вам дорогие вещи.